Итак, припев. Начинаем мы с квинты на седьмом ладу с шестой струны, ударом вниз. Далее пойдет квинта на восьмом ладу, тоже ударом вниз, тоже с шестой струны. Еще разок. Вниз, вниз. И далее идет такой переходик, тоже квинтом. Это будет уже квинта с пятой струны лады. Восьмой, седьмой, восьмой, седьмой, восьмой, седьмой. То же самое, одиночный удар вниз. Далее опять пойдет квинта уже с шестой струны. Это будет шестой лад. Далее пойдет то же самое, квинта, тоже одиночный удар, но уже с пятого лада, с шестой струны. Еще разок для этого места. Далее опять переход. Это квинта с пятой струны. То же самое, значит, они будут рядом. Это будет пятый, с пятой струны квинта. Пятый лад, четвертый лад. Пятый лад, четвертый лад. Пятый лад, четвертый лад. Тоже одиночные удары вниз. После этого переходика у нас пойдет квинта опять с шестой струны. Это третий лад уже будет. Удар вниз. Ну, вообще можно и так сыграть, тоже со штрихами. В общем, значит, сначала третий лад с шестой струны квинта. Штрихи. Свободный, вниз. Два приглушенных. Еще разок свободный вниз, два приглушенных, опять свободный, два приглушенных, и свободный и приглушенный. Еще разок. Свободный, приглушенный, два, свободный, приглушенный, два, свободный, приглушенный, один, уже по одному разу. Далее переходим. Ту же самую квинту мы переносим на шестой лад. Тоже с шестой струны. Итак, третий лад. Шестой лад. И далее переход. Это будет... Здесь у нас будет использоваться легато. Значит, пятая струна, вторым пальцем на пятом ладу. Потом мы лигуем ее с пятого лада на четвертый. Подставляем сюда первый палец указательный. Еще разок. То есть вторая нота у нас получается без помощи медиатора. Мы ударяем только вот, когда на пятом ладу играем. Далее будет шестая струна на пятом ладу. Итак, пятая струна, пятый лад. Лигуем ее на четвертый лад. И играем шестую струну на пятом ладу. Далее опять легато, тоже пятая струна, уже мизинцем. Это будет седьмой лад. Лигуем ее опять на четвертый. И далее будет опять шестая струна на пятом ладу. Вот это место еще разок. Первый палец можно даже не убирать, он у нас будет два раза зажимать четвертый лад. Далее переносим левую руку. То есть нам нужно попасть мизинцем левой руки на 10-й лад. Тоже будет пятая струна. И тоже будем играть легато. Тоже по пятой струне. Это будет пятая струна на 10-м ладу мизинцем. И отпустив мизинец, у нас первый палец должен стоять уже на 7-м ладу. Вот, то есть опять легато. Сначала 10-й лад ударили. Легато получилось на 7-м. Далее пойдет 6-я струна на 9-м ладу. Далее мы переносим первый палец, сделаем слайд, то есть зажали на 7-м и ведем до 12-го лада. Вот это место. Итак, 10 лад лигуем на 7, далее 6 на 9 и слайд с 7 на 12. Держа струну, переносим указательный палец по 5 струне. Итак, значит, весь проигрыш, переход точнее. Далее идет повторение.